Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос кратко, то ключ к разгадке вашей проблемы кроется в болезненности отношений. То есть вот именно то, что ваши отношения были болезненными, вот, это и является ключом. Потому что болезненность отношений — это всегда выявление, выставление на показ, то есть на передний план, проблем человека. То есть, если вам, к примеру, вот если вы испытываете боль, да, ну, имея отношения, да, то есть вот вы, к примеру, влюбились, да, вот вы говорите, что вы влюбились в человека, и вы испытываете болезненность из-за этого, вот, то это говорит о вашей потребности в чем-то. Потребность в любви, в значимости, в качествах, в доказывании чего-либо. Абсолютно не важно. Здесь вот абсолютно не важно, что именно. Да? Вот. Важно именно то, что боль. И вообще болезненность в целом связана именно с тем, что вы, ну, не до конца гармоничны, вы недостаточно гармоничны как личность. Вот, вы какие-то свои желания пытались реализовать через мужчину. Вот. Чего у вас не получилось, вот, по ряду причин. И в результате, с одной стороны, появилась травма, то есть такая, знаете, травмирующее состояние, когда вы вышли из этих отношений. А с другой стороны, осталась определенная незавершенность. Вот. Скорее всего, осталась определенная незавершенность. То есть, ну, вы, по-видимому, считали, да, по-видимому, вы чувствовали, что то, что вам нужно, вот то, чего вам нужно, вы от него не получаете, а желание такое у вас было. Было, и, собственно, оно и остается до сих пор. Это желание у вас. Вот. То есть именно так. И образуется незавершенность в отношениях, вот. И поэтому сейчас, то, что с вами происходит, это напоминает, знаете, вот такое постоянное проживание прошлого, да, то есть постоянную попытку, ну, вернуться в прошлое, когда вы были там с этим человеком, вот. Ну, вероятно, вы не завершили отношения в целом,
вероятно. Это тоже такая достаточно важная история, вот, что вы не завершили отношения. И если вы отношения не завершили, то, в принципе, вам в этом можно помочь. То есть вам можно помочь отношения завершить. Вот, для этого будет достаточно поработать с психологом, да, и я полагаю, вам станет легче. Вот, вы не завершили отношения. А можете попробовать вы и сами отношения завершить. В принципе. А для этого вам может быть достаточно обратиться к мужчине, вот, и просто с ним, к примеру, поговорить. То есть просто поговорить, да, еще раз обсудить, то, что произошло между вами. Вот. Если, конечно, такая возможность у вас есть. То есть, если, конечно, у вас есть возможность с ним пообщаться еще и завершить отношения. Вот. Это такой момент, это такая история. С другой стороны, полезно будет проанализировать и то, как проявлялась ваша влюбленность вообще. Вот. То есть, ну, на что она была ориентирована, эта влюбленность вообще. Вот. Чего она, эта влюбленность добивалась, хотела, вот, и так далее. То есть это вот, на мой взгляд, то, что нужно исследовать. Вы пишете, что с его стороны была только легкая влюбленность, которая обычно быстро прошла. Прошло время, все забылось, но недавно я осознал, что степенный период, похоже, значит, который мне до этого период нравился, похоже на бывшего. А я подозреваю, что любовь до сих пор не прошла. А вы здесь, на мой взгляд, неверно понимаете вообще любовь как таковую. У вас не прошла не любовь, а именно вот эта вот влюбленность, которая, возможно, имеет место быть. Но влюбленность к самой любви отношения имеет, надо сказать, мало, потому что влюбленность это скорее, знаете, такая, как потребность. Это скорее именно нужда в человеке. Вот. И на мой взгляд, ну вот вам все же нужно именно вот рассмотреть свои чувства несколько лучше, рассмотреть свои чувства, что именно вы чувствуете, что именно вы хотите от человека,
что именно вам нужно от человека, от него, в чем именно вы нуждаетесь. Вот. Мне кажется, это будет полезно для вас. А, понимаете, вы пишете совет, как разлюбить и жить дальше. А, Марина, психологи советов не дают. А, психолог может дать вам рекомендацию, как что делать. Вот, но только сперва предварительно повзаимодействовав с вами, то есть получив больше представления о вас, о том, что с вами происходит, больше получив представление о том, как вы себя позиционируете, вот, понимаете? То есть, по факту, вам нужно сейчас деидеализировать своего мужчину, по факту вам нужно деидеализировать своего мужчину, вот. И по факту нужно вам найти свое дело, то есть больше уделять внимание, времени именно процессу, именно процессу деятельности, именно процессу реализации своей собственной. Вот, то есть то, что вы не можете жить дальше, связано не столько с тем, что, к примеру, вы привязаны к человеку, а с тем, что у вас нет своего дела, с тем, что вы не занимаетесь своим делом, с тем, что вы не реализуете себя, вы не реализуете сами. Вот. И реализоваться вы хотите за счет, к примеру, этого мужчины. Вот. Поэтому то, что вы дальше не живете, то, что вы не живете дальше, это связано именно с отсутствием реализации вашей. Вот. Но это можно и нужно скорректировать. Вот это корректируется. Вот. Это, ну, достаточно легко корректируется. Я бы так сказал. Ну, конечно, при условии, да, если у вас есть желание. При условии, если у вас есть потребность, если у вас есть мотивация этим заниматься. Вот. Понимаете? Сама же любовь, по себе, сама по себе любовь, она какого-либо негатива, как правило, вот. Понимаете, какая история? То есть сама любовь, если это вот чистая любовь, она не вызывает чего-то прям страшного, дурного и так далее. Вот. Поэтому вот, в принципе, как можно вам ответить на ваш вопрос? Я сильно сомневаюсь в том, что это у вас именно любовь. Сильно в этом сомневаюсь. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь.
Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.